Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добрый вечер, дорогие брещане! Сегодня мы провожаем старый год и готовимся встречать новый 2018. И, как правило, именно в эти часы, в эти минуты мы подводим итоги. Ведь целых 365 дней старый год исполнял все наши желания, поддерживал вдохновением и удачей. И сегодня я предлагаю уже по традиции в передаче «Брест от первого лица» подвести итоги уходящего года. Гость нашей студии – председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович Аргачук. Здравствуйте, Александр Степанович. Здравствуйте, Лариса Владимировна. С наступающим Новым годом вас. Вас также взаимно. Александр Степанович, первый мой вопрос, наверное, достаточно прост и одновременно достаточно сложен. В чем особенность уходящего 2017 года? Вы знаете, я задумался над этим вопросом. И особенность 2017 года, что именно в уходящем году нам удалось уже в практическую плоскость повернуть те хорошие мероприятия, которые мы запланировали к тысячелетию. Уже можно потрогать, увидеть, пощупать те грандиозные объекты, о которых мы еще в прошлом году говорили чисто гипотетически. И можно увидеть уже реально реализацию распоряжения главы государства, посвященное тысячелетию. Поэтому это главная особенность. По всем объектам есть проектная документация, есть финансирование и есть уже визуализация с точки зрения строительного воплощения. Это главная особенность 2017 года. Александр Степанович, а как обстоят дела у промышленных предприятий города Бреста? Если проанализировать, сделать, вот мы делали такой своеобразный анализ, итог подводили социально-экономического развития города Бреста, то практически по всем отраслям Брест сработал в 2017 году с плюсом. А вот вы как считаете, кого выделить особенно, кого похвалить? Быть может, кого-то поругать? Вы знаете, на состоявшемся 27 декабря уходящего года хозяйственном активе у нас был предметный разговор в контексте каждого предприятия. То есть какой вклад предприятия вообще в развитие города. В целом, если взять, это как температура по больнице, да, то есть она где-то будет всегда 36,7, да. И 36,6. Поэтому здесь вот медициной статистика, я понимаю, что это не новогодняя тема, но все-таки я хотел бы сказать, кто молодец, а кто тянет наш город немножечко назад. Да? Аутсайдер такой, да? Да. Поэтому, опять же, называю наших больших молодцов. Это прежде всего, конечно, это наш газоаппарат. Брестский ликероводочный завод. Берестейский пекарь. Брестский мясокомбинат. Совместное предприятие «Термобрест». Это наша Санта-Бремор, это наш уважаемый Саушкин продукт, имеющий фантастические результаты по итогам 2017 года. Это наше предприятие, очень уникальное СТИМ, строительная техника и материалы. Это наш чулочный комбинат, который в этом году выдал на гора прекрасные результаты, получил хорошую прибыль и активно развивается. Помните, была несколько лет назад такая дискуссия, куда чулочку продают, перепродают и так далее. Слушайте, время сейчас другое. Это пример крайне эффективных инвестиций в предприятие, когда предприятие «Конте» инвестировало в наш чулочный комбинат, и мы имеем постоянный рост людей, занятых на производстве в данном комбинате, и мы имеем очень хорошую экономику. Да, это прежде всего рабочие места. Конечно, может быть и не совсем в новогодний период называть тех, кто тянет наш город назад, но все-таки, наверное, даже давайте по справедливости должно быть. Да? Ну да, назвали лучших, теперь назовем неплохих, а аутсайдеров. К сожалению, с убытками Брестский электротехнический завод. Есть проблемы уже не первый год в нашем предприятии «Брестсельмаш». Есть большие проблемы. Есть проблемы у нашего Брестского электромеханического завода, БЭМЗа. Это уже не первый год тоже эта тема. Но там подвижки какие-то, по-моему, уже на данный период есть. Хотелось бы верить. Что они будут. Что это, да. Есть, опять же, много вопросов по Брестскому КСМ. Поэтому в целом, конечно, вот в этой амплитуде есть те, кто дает город,
бюджет, наполнение, прибыль, дать заработную плату, и тех, кто, к сожалению, тянет наш город назад. Причин можно говорить очень много. По каждому предприятию здесь есть и внешние факторы, есть и конъюнктура рынка, есть и просчеты руководства предприятий, наверное, и город, в том числе, несмотря на то, что это в подавляющем большинстве республиканские предприятия, мы не делим предприятия республиканские, областные, городские. Наши, это все находится в городе Бресте. Понимаете, это все наше Брестское. Будь то резидент свободной экономической зоны, не резидент, там работают люди, зарабатывают деньги, обеспечивают себя, поэтому здесь особой разницы мы не видим. Они все должны работать. Поэтому в следующем году будем продолжать работу, прежде всего, с убыточными предприятиями, чтобы там был свет в конце тоннеля. Это очень важно. Повторюсь, это реальная экономика города. В сегодняшнем интервью, даже если вы мне задали вопрос, я не оперировал бы понятием средняя заработная плата по городу Бресту. Вот понимаете, самое, наверное, такое резонансное и самое такое, которое людей раздражает, это понятие средняя зарплата. Понимаете, потому что человек тут же проецирует на свою зарплату. Тот, кто получает реально выше, чем средняя зарплата по городу, скажет, ерунда какая-то, я же получаю больше, но я об этом никому не скажу. Но тот, кто получает меньше, он все свои эмоции, в том числе и в интернете и так далее, тут же обратно выплескивает. И поэтому я не буду оперировать этой цифрой. Она такая маркер экономического развития с точки зрения оценки, наверное, тенденции развития города. Но не для вот этого нашего упоминания. Хотя, на самом деле, ну, если есть предприятие, я не буду его называть, где средняя зарплата по 10 месяцам составляет 1700 рублей, ну, в старом 17 миллионов, и на этом предприятии работает не одна сотня людей, ну, здорово, правильно? Здорово, конечно. Есть предприятия, которые давно уже получают в среднем больше по 1000, да, но есть те, которые просто, ну, наш город тянут назад, и в наше время зарплата 350 рублей, это, конечно, это большая проблема. Поэтому здесь вот не буду оперировать этим понятием средняя заработная плата. Как вы считаете, что нужно сделать всем нам, я так думаю, для того, чтобы эта зарплата, так называемая, по 500 все-таки была? Ну, во-первых, мы должны понимать, что зарплату не дают, зарплату зарабатывают. Поэтому, прежде всего, идет речь об ответственности каждого в этом процессе, городского управленца, руководителя предприятия, ну и, соответственно, и человека, который хочет иметь такую зарплату. Если на данный момент мы имеем по городу 1700 вакансий, но люди хотят, в принципе, ну не все люди, да, хотят, чтобы это была работа такая офисная, вот я весь такой в офисе работаю, да, я там бумажку ксерокопирую, и вот у меня тоже должна быть 500 долларов зарплата. Ну, хорошая мечта, в принципе, да, да и так далее. Ну, или такое довольно некорректное сравнение иногда употребляется нашими, в том числе, оппонентами. Вот в такой-то стране такая зарплата, а вот здесь вот у нас вот такая зарплата, поэтому ай-яй-яй, как там все хорошо и как там плохо. Вот здесь, в данной ситуации. Это, наверное, тоже не совсем корректно, потому что понятие качество жизни, оно слагается очень многих факторов. И налоговая нагрузка, и соответствующие платы коммунальные, и другие платы в некоторых странах в разы выше, чем у нас. Поэтому вообще тема сложная, тема, которой власть готова к разговору, но без инициативы снизу, без инициативы самих людей получить востребованную специальность, востребованное образование, ну, наверное, Ничего не получится. Никто не даст зарплату просто по факту. Вот. Это надо зарабатывать. И те примеры, которые я называю, где зарплата на самом деле 1700 рублей, 1100 рублей, 1200, показывают, что есть такие моменты, когда успешно работают предприятия, где работают сотни. Успешные люди, успешные, будем говорить. Успешные так. Люди, да. Александр Степанович, в этом году от главы нашего государства, от Александра Лукашенко, большие преимущества получил бизнес.
Правда же? Вот указы, которые вышли от главы государства, дали вот такой толчок развитию. Это прежде всего рабочие места, правда же? Это опять же зарплата. Как вы оцениваете эту ситуацию? Что нужно нашему бизнесу, чтобы подняться, не заниматься мелкой торговлей, а все-таки создавать какие-то предприятия? Все-таки давайте начнем с того, что вообще-то в Бресте люди предприимчивые. В них есть эта жилка зарабатывать деньги, зарабатывать разными путями, в том числе учитывая свое приграничное состояние, наше положение. Совсем недавно с участием главы государства состоялось большое совещание, посвященное реализации декрета номер 7. И вот в этой ситуации декрет номер 7 – это настолько серьезнейший документ, который позволит раскрепостить инициативу людей, которые позволят существенным образом снять много барьеров с точки зрения согласования, с точки зрения какой-то ненужной беготни по кабинетам, не обязательно, между прочим, исполнительной власти, очень много контролирующих структур, много структур, которые дают согласие на такие вещи. Это базовые документы. Вот у нас по городу Бресту каждый третий рубль в бюджете – это рубль, который поступил от субъектов малого предпринимательства, от бизнеса. Каждый третий рубль. У нас 14,5 тысяч субъектов малого предпринимательства. У нас 10,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. 4 тысячи юридических лиц частной формы собственности. У нас свои бренды, у нас свои швейники. У нас швейники славятся во всем, как говорится, постсоветском пространстве. Да, это уж точно. То есть там же работают наши брещане. Это наша фишка, это то, что будет способствовать дальнейшему развитию города. И вот, повторюсь, 7-й декрет президента, наверное, многие еще не осознали, насколько он важен с точки зрения таких моментов, как работа даже того же общепита. Сейчас кафе открыть элементарно. Заявительный принцип и, пожалуйста, давай торгуй. Работай. Хочешь, открывай кафе. Хочешь, магазинчик. То есть существенно снижены очень многие процедуры, доведены до понятия проинформируй горисполком. Хотя, с другой стороны, в какой-то мере нам придется и сложнее для городской власти, потому что люди по привычке будут жаловаться, почему там музыка играет, почему там запах от блинчиков идет, или там от чего-то другого, от драников, и будут бежать в исполком. А мы, как в либеральном государстве, уже даже не будем иметь инструментария какого-то повлиять на эти процессы. Да и контроль достаточно упрощен. Поживем, увидим. Самое главное, что эта инициатива должна на самом деле идти от людей, и государство должно создавать эти условия. Примеров частной инициативы, которые в итоге вылились в создание крупных предприятий, у нас по городу более чем достаточно. Я даже не буду их озвучивать, когда частные предприятия, где работают сотни людей, сотни брещан, получают достойную заработную плату. Александр Степанович, продолжая разговор о реальном секторе экономики, хотелось бы затронуть тему предпринимательства, тему инвестиций. Город активно поддерживает бизнес-сообщество. Я неоднократно говорил, что от того, как мы работаем, от того, как работает наш реальный сектор экономики, в принципе, зависит наполнение городского бюджета и зависит наши возможности по строительству, по развитию нашего города. Поэтому 2017 год я доволен стал продолжением тех хороших тенденций предыдущего периода, когда активно наши флагманы промышленности идут на внешние рынки, когда физические объемы выпускаемая продукция увеличивается. Очень важно, что хорошо растет экспорт. Очень важно, что подавляющее большинство предприятий показывают динамичные и хорошие результаты своей деятельности. И благодаря им, прежде всего, мы имеем возможности по развитию города. Потому что как-то неправильно считать, что деньги на тысячелетие дадут. Да никто не даст. Деньги надо зарабатывать. И если взять структуру именно этих денег, то я вам хочу сказать так, что в 2017 году в объекты тысячелетия мы вложили практически 110 миллионов рублей. Это колоссальные деньги, 55 миллионов долларов. Таких инвестиций в развитие города не было никогда. И вот посмотреть по структуре инвестиций, это 16,5 миллионов республиканского бюджета,
То есть тех денег, которые, как говорится, нам даны в виде целевого финансирования, и практически 65 миллионов денег, половина, 50% областной бюджет, половина городской бюджет, плюс более 30 миллионов деньги западного обхода. Вот это все слагаемые 105 миллионов денег, которые мы вложили в наш город. Сумма большая. Я думаю, что даже чисто визуально это заметно по нашему городу. Везде стройки, везде башенные краны, везде строительство, где-то определенные даже неудобства, но это такое нормальное неудобство, когда вот ремонт в квартире то же самое. Александр Степанович, вы подвели меня к вопросу о строительной сфере. Как вы можете ее охарактеризовать? Все ли планы по вводу жилья, социальные программы в Бресте выполняются? Вы знаете, я все-таки перед тем, как отвечать на ваш вопрос, я хотел бы поблагодарить наши флагманы. Я каждый год с удовольствием их называю. Они известны. Это прежде всего наши предприятия-гиганты. Это наша Санта, это Савушкин продукт, это наш мясокомбинат, это наш ликероводочный завод. В этом году неплохая динамика даже у лампового завода. Я хочу сказать, что есть определенные сдвиги, даже хорошие сдвиги. Это наши доноры бюджета, это те предприятия, которые... Это, конечно, Гефест. Гефест, который, мне кажется, успешно выдерживает вызовы конкурентов. То есть это те предприятия, которые дают нам развиваться. А строительство уже, это чуть-чуть другая сфера, но здесь тоже есть своя особенность. Во-первых, Брест – город строителей. У нас в этой сфере задействовано почти 10 тысяч человек. И в настоящий момент все объекты по городу реализуют брестские строители. Да, только лишь в реконструкции наших очистных, генеральный подрядчик – чешская фирма. Но они осуществляют чисто инжиниринговые какие-то функции, не какие-то, а инжиниринговые функции, а реально работают наши брестские строители. И хорошо работают? Хорошо работают, по сути дела, даже если взять по тем же очистным, а тема тоже для города очень важная, практически все бетонные работы завершены вот в этом году. И в следующем году уже будет дальше продолжение этой работы, которая в итоге избавит нас от этих... Розы ветров, так называемые, да? Ветров. Ну, давайте будем объективны, что уже в этом году, в ушедшем году, практически эта тема уже как-то забывается. Нервировала. Да, нервируется, поэтому тоже важно. Это тоже наши строители. Наверное, кого-то похвалить все-таки надо. Я хочу сказать, что прежде всего, конечно, это наши гиганты. Восьмой Трест. При всей сложности они генеральные подрядчики на строительстве западного обхода. При всей сложности финансового состояния данного Треста мы видим здесь перспективу и думаем, что новый руководитель, который совсем недавно его возглавил, придаст новый импульс нашему восьмому Тресту. И им спасибо. Основные объекты строит восьмой Трест. Это набережная. Это учебно-педагогический комплекс, это детский сад на 350 мест на юго-западном районе. И, конечно, опять же, повторюсь, западный обход, колоссальная стройка. Это наш облсестрой, который успешно работает в нашем городе. Это наши уже известные, кажется, брещане, Полесье жилстрой, которые, помимо жилья, мне кажется, взяли очень хорошие темпы по строительству автовокзала. Я им очень признателен за такую хорошую работу. Это наш трест номер 4, наш дорожно-строительный трест номер 4, который является генеральным подрядчиком на Кобринском путепроводе. И даже сейчас, вот предновогодние дни, идет выходной день сегодня, активно наша запись идет трудится, выходной день, да. Активно идет работа по Кобринскому путепроводу. Конечно, это наш Брестжилстрой. И два очень таких интересных, я хочу сказать, юридических лица строительных, которые мне очень импонируют. Это наша фирма «Продом», брестская фирма. Именно они работают на очистных, так? Да, они работают на очистных. Да. Еще, и здесь же вот на больнице скорой помощи, приемное отделение. И фирма «Димарш». Очень интересные фирмы, очень интересные строительные, у них хорошие технологии, амбиции. Поэтому наши строители молодцы. Такая высокая оценка для строителей.
Ну, как сказать, есть, конечно, куча проблем. Естественно, многие объекты не имеют прецедентов предыдущего строительства. Прежде всего, конечно, наш западный обход. Многое по строительному аспекте идет параллельно с проектированием. Поэтому сложный момент, но все у нас пока получается. Я не сомневаюсь, что все получится. Александр Степанович, я тоже с вами согласна, что все получается. И даже в благоустройстве, вот тема благоустройства, она сегодня весьма востребована, все ее обсуждают, все кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится, но существенные изменения города Бреста уже сегодня видны. И это ведь неудивительно, Брест готовится к своему тысячелетию. И уже сегодня формируется, или даже можно сказать, сформирован титульный лист работы на 2018 год. Что конкретно сделано и что будет делаться в плане благоустройства областного центра? Знаете, очень трудно разделить понятие строительства и благоустройства. Практически это два параллельных процесса, потому что любое строительство нового объекта, оно и является элементом благоустройства. Поэтому здесь я хотел бы выделить такие направления, которые волнуют каждого жителя нашего города. Прежде всего, в 2017 году мы в разы увеличили капитальный ремонт жилого фонда. Вот по уходящему году у нас 71 дом, многоквартирный дом, находится в капитальном ремонте. Из этих 71 только 12 домов являются так называемыми переходными домами на 2018 год. Это связано с определенной технологией. И я думаю, что брестчане обратили внимание, что такого темпа капитального ремонта жилфонда не было никогда в Бресте. В следующем году мы эту тенденцию будем продолжать. Она посмотрите, не снизится, да? Как красиво смотрятся наши дома на проспекте Машерова в районе Кобринского путепровода после капитального ремонта. Да. Даже там знаменитый дом на бульваре Космонавтов, где было кафе «Бульбяна». Посмотрите, как красиво получается. В принципе, это тоже здорово. Это элемент капитального ремонта, но это тоже благоустройство. Что касается благоустройства, то по этому году основной акцент мы взяли все-таки в дорожные работы. Уже, наверное, многие забыли, какая была Молодогвардейская в начале 2017 года. И уже, в принципе, мы имеем совершенно другую улицу по итогам 2017 года. Это наша знаменитая метафора, шутка-метафора, что Янке Купалы, по Янке Купалы якобы машина не ездила, значит, поэтому она хорошая, уже она... Естественно, умерла, потому что Янке Купала совместными усилиями и капитального ремонта, и благоустройства стала вообще замечательной улицей, улицей-дублером нашей московской. И сейчас, в принципе, мы хотим эти работы не сворачивать. Поэтому на очереди Партизанский проспект, на очереди бульвар Космонавтов, до Орджоникидзе, и на очереди, конечно, капитальный ремонт улицы Орджоникидзе. По сути дела, реконструкция, которая интегрирует данную улицу с новым автовокзалом. Поэтому можно говорить очень много о благоустройстве. Объектов более чем достаточно. Та же набережная, да. Кто вот не был по набережной, я просто рекомендую выйти погулять. Практически мы до порта уже дошли. Я думаю, что и уже все там побывали. Задача в следующем году дойти уже почти до улицы Ленина, чтобы замкнуть набережную с возможностью дальше посещения городского сада и так далее. Тема сложная, тема важная. И в то же время мы должны понимать, что одномоментно весь город мы не сможем благоустроить. Да, у нас еще 300 километров дорог без асфальтового покрытия. Да, у нас есть микрорайоны, которые... Ну, не богом забыты, образно говоря, да, как вот, но которые нуждаются в капитальной реконструкции. Текущими моментами там уже не решишь вопрос. Ну, возьмите ту же Киевку, да. Ну, практически центр города, я постоянно говорю, что только через капитальный ремонт можно там навести порядок. Много проблем. Возьмите некоторые районы нашей Речицы, да вообще, в принципе, возьмите дворы на востоке. То есть проблем более чем достаточно, но должна быть четкая система и видение. Эта система у нас есть, где мы идем по алгоритму. Ну почему мы в этом году не шли в Партизанский проспект? Ведь многие люди говорят, вот сделайте быстрее Партизанский проспект, потому что там проходил капитальный ремонт нашей теплотрассы. Была большая стройка, и если бы в данной ситуации мы сделали бы там дорогу, а потом бы опять ее раскапывали, ну, те же люди сказали, куда же вы деньги деваете и так далее. Поэтому идет планомерная работа, в которой
мы не будем останавливаться ни после тысячелетия, ни во время тысячелетия. Это постоянный, перманентный процесс, который идет. Вместе с тем я хочу отметить 17-й год с точки зрения благоустройства. Это участие наших субъектов хозяйствования. Вот по-хорошему удалось заразить вирусом благоустройства наши флагманы. Возьмите парк мира. Вот сейчас, даже не только в контексте новогоднего оформления, а в контексте участия Савушкина продукта в его общему, как говорится, изменению вида. Парк мира теперь стал точкой притяжения для жителей Востока, потому что там реально наведен порядок совместными усилиями вместе с Савушкиным продуктом. Там реально проводятся уже массовые мероприятия, тоже фестиваль молока. И, в принципе, это один из самых благоустроенных стал уже парков в нашем городе. То же самое можно сказать о нашем мясокомбинате, который активно участвует в благоустройстве. Ну и о других субъектах хозяйствования, которые к тысячелетию уже имеют свое видение, что же надо сделать для города. Возьмите Гефест. У нас есть совместные хорошие планы по тому, чтобы улица Орджоникидзе выходила уже туда, на улицу Минжинского, чтобы это было комфортно, чтобы решили вопрос с парковочными местами. Поэтому о благоустройстве я могу говорить очень много и долго, и это проблемно, это сложно, это людям... Знаете, когда получаешь жалобу, вот я живу в таком-то доме, в соседней сделан капремонт, а у меня? Здесь сделано, дорога асфальтирована, а вот мой дом не сделан, поэтому вы все там вот давайте быстренько делайте и так далее. Важно, нужно, и все это системно надо продолжать. Чему в этом вопросе вы даете предпочтение? И легко ли вам... мэру города брать ответственность за принятие таких решений на себя? Я вам скажу, что здесь вообще выбор приоритета – это самое сложное. Здесь же управленческое решение – это не по принципу «хочу, не хочу», а по принципу, где это более необходимо, исходя из государственных интересов, городских интересов, бюджетных интересов. Поэтому сложно. Конечно, мы проводим постоянный мониторинг общественного мнения посредством сети интернет. Реально мне докладывают основные болевые комментарии по тем или иным темам. Иногда эти комментарии, они абсолютно инспирированы одним-двумя человеками, которые выдают свои якобы желания за действительное. Это совершенно не так. Но зачастую очень много отдельных вещей есть. Да? Дальше. Очень часто, конечно, мы проводим инструментальный контроль жилого фонда, смотрим, что же сделать в первую очередь, прежде всего. Поэтому здесь сложно, сложно, особенно, говорю, с капитальным ремонтом, с дворовыми территориями. Это тоже большое направление, которое мы еще пока не преуспели, именно благоустройство дворов. Здесь мы видим тоже наш приоритет, возможно, на 2018-2019 год. У нас по дворам еще очень много не сделано. А привлекать жителей, горожан, жильцов? Я вам скажу так, что приятно было в этом году уходящем видеть определенные инициативы граждан, было видеть их конкретные моменты, что там где-то поправить песочницу, где-то сделать лавочку, и мы всячески поддерживаем это решение вместе с коммунальными структурами. Это хороший прецедент, и то, что жильцы к этому причастны, это нормально, но лучше бы, чтобы вообще жильцы более просто бережно относились к тому, что есть уже у них во дворах. И за своими детьми следили. Да, и в этой ситуации, да, у нас были, как говорится, моменты, когда вот только-только сделан двор, и кто-то обязательно решил самореализоваться. Конечно, это молодой парень с своими этими граффити и все остальное, но это, конечно... Александр Степанович, трудно что-то планировать, не имея для реализации намеченного определенной материальной базы. Как в этом году исполняется городской бюджет? Какие трудности существуют в деле пополнения городской казны? Вопрос очень важный, потому что наполнение бюджета – это возможности местной власти. Я об этом говорю постоянно. К сожалению, кардинального перевыполнения бюджетного нашего прогноза мы не имеем, поэтому мы работаем один к одному по сравнению с прошлым годом. Рост небольшой. Более того, в этом году у нас не было такой приятной процедуры, как профицит бюджета и, соответственно, определение дополнительных приоритетов. Сложно, напряженно, но
стараемся не сворачивать планы социально-экономического развития, исходя из тех объектов, которые я вот вам называю. Поэтому надеюсь, что наступающий год будет более благополучным с точки зрения наполнения городской казны. Александр Степанович, ну вот давайте представим на минуту с вами, что денег в городской казне в избытке. На что бы городоначальник в первую очередь бы их потратил? На одном из интернет-ресурсов, по-моему, в 2015 году был такой хороший интересный опрос. Он назывался «Если бы мэром был бы я». Угу. Что бы я сделал? И порядка где-то там 30 человек, может быть, меньше чуть-чуть, они гипотетически решали, что бы они сделали для города в первую очередь. Я ставил себя на мысли, что если бы такой вопрос прозвучал бы мне, я бы еще больше бы тоже намечтал бы, чем эти 30 человек. Поэтому, конечно, денег никогда не хватает, потому что основное противоречие жизни – это противоречие между ограниченными ресурсами и неограниченным потреблением. Поэтому, конечно, прежде всего, конечно, если бы был бы у нас профицит серьезного бюджета, мы отдали бы во дворы. Коренным образом мы должны усилить наши вопросы благоустройства наших дворов, чтобы детки могли спокойненько отдыхать у себя во дворе, иметь спортивную площадки, иметь детские площадки, иметь возможность для людей преклонного возраста где-то отдохнуть в беседочке и так далее, я бы все деньги отдал бы именно во дворы. Это такая мечта, но это, в принципе, мечта, которая реализуется, но не теми темпами, как хотелось бы. А так, конечно, концертный зал, абсолютно очевидно, что потребность в этом зале есть в городе, и зачастую люди говорят: вот зачем нам футбольный манеж, давайте концертный зал. Но футболисты говорят, что вот как здорово, что будет футбольный манеж. То есть здесь очень сложно, понимаете, выбор приоритета – это самое сложное для власти. Поэтому, конечно, после дворов я бы еще построил бы концертный зал. Тема для города, она остается такой актуальной. Не скажу, что сверхболезненной, потому что есть уже адаптированные площадки, но где-то хотелось бы, конечно, концертный зал где-то в районе Набережная городского сада, он так туда и просится. Хотя я тут не буду скрывать, мы держим площадку для концертного зала еще и по проспекту Республики. Если взять... Уже планы есть такие, да? Да, от Новомеда туда до Лукодрома, там большой, большой пустырь, который мы держим под хороший или выставочно-концертный зал. Ну, скорее всего, это будет такой симбиоз. Или под хороший какой-то такой социально значимый объект, но не жилье. Поэтому вот эту площадку мы держим. Вот такая моя мечта. А фантазировать я бы, конечно, смог бы. Ну да, больше. У вас планов достаточно много. Ну, конечно, много. Потому что, конечно, возможности бюджета. Да, вот возьмем даже, давайте, новогоднее оформление нашего города. Да, возможно, бюджетные деньги, это надо очень бережно к ним относиться, но экономить на новогоднее оформление тоже не хочется, потому что новогоднее оформление – это и иллюминация, она не только новогодняя, она просто праздничная иллюминация. Конечно, хотелось бы, чтобы подсветить полностью всю улицу Московскую, Машерова, сделать Ленина, сделать хорошее современное освещение в наших окраинных микрорайонах, перейти дальше большими темпами на светодиодное освещение, посмотрите, как оно себя хорошо оправдывает по нашим центральным артериям. Тоже важно, тоже надо. Чтобы город блистал, понимаете, сиял, это было бы здорово. Хотя вот в этом году мы, как мне кажется, сделали очень много с точки зрения новогоднего оформления. Что-то получилось, что-то вызывает, знаете, как с этой елкой марсианской. Ну это просто, А я не знаю, мне нравилось. Два года она была марсианская елка, а сама конструкция этой елки позволяет разные варианты. Ну я говорю, давайте вот в этом году сделаем ровную елку. В следующем году мы сделаем, может быть, ее юпитерская елка, еще больше искривим. Поэтому нормально. Пусть такие проблемы будут в городе, пусть такие дискуссии лучше будут в городе. Вот чтобы это была главная проблема для наших горожан. Поэтому что-то получается, даже вот по оформлению площади Ленина, да, я удовлетворен тем, что у нас получилось по поводу торговли вот этой, да, европейской, как я сказал, как в Праге. Да. Но в следующем году, возможно, мы что-то еще по-другому будем развивать. Возможно, эти формы светящиеся, где-то уже какой-то есть элемент перебора. Ну, это такая тема, знаете, дискуссионная. Одному нравится, второму не нравится, но где-то надо нам дальше это дело тоже развивать.
Много планов, много, как говорится, можно о чем мечтать. И глаза горят. Ну, конечно. По крайней мере, понимаете, лицом к лицу лица не увидать, да? Все-таки мы можем быть недовольны всем, что происходит в нашем городе. Мы можем вообще видеть только плохое везде во всем. И вот и погода сейчас не самая новогодняя, да? Но все гости города не ради дежурного слова. Они отмечают динамику развития нашего Бреста. Они видят потенциал нашего города, они видят постоянно новые объекты. И это я же тоже чувствую, это не дежурные их комплименты нашему городу, это реальное развитие Бреста, это реальное его преображение. И преображается он с учетом, прежде всего, нашего общественного мнения, с учетом участия наших горожан, довольно высокими темпами. Довольно высокими темпами. Лучше, да. Как это, лучше Бреста у нас нету места. Нету места. Нету места, я в этом абсолютно убежден. И еще раз говорю спасибо нашим брещанам за неравнодушие, за позицию. И эта позиция, она всегда учитывается. Будь то встречи с населением, будь то обращения электронные, будь то другие формы наших контактов. Поэтому все нормально. Александр Степанович, успехи в экономике влияют на демографическую ситуацию. И здесь, по-моему, Брест лучше всех. Правда же, как вы ее оцениваете, эту ситуацию демографическую? Значит, в настоящий момент Брест – это на самом деле город, где естественный прирост населения за счет рождения наших молодых брещан, да, где-то 1700 человек, наш город тут прирастет жителей по итогам этого года. Это не миграционный прирост. Это здорово, поэтому есть необходимость в дальнейшем строительстве именно детских садов, новых школ. И я опять же повторюсь, что в рамках тысячелетия как раз такие объекты и строятся. Мы очень активно сейчас строим в юго-западном микрорайоне детский сад на 350 мест. И должны его ввести уже в сентябре 2018 года. Подарок. Да, в микрорайоне Лагуна, ЕВМР-4, по-рабочему его называют, строится учебно-педагогический комплекс на 471 место. Мы должны до конца года тоже постараться его ввести. Ну и там же строится на юго-западе большая школа. На 1480 это мест. Это тоже к 2019 году? В 2019 году мы должны вести школу. Школа очень большая, школа достаточно уникальная с точки зрения архитектуры. Школа вводная в 2019 году. Это тоже следствие того, что город развивается, город преображается. Ну и то, что мы в этом году сделали на Дубровке, очень хороший объект, практически решили проблему по детским садам. То, что мы сейчас продолжаем думать по микрорайону Южный, где есть большая потребность в детских садах, то есть такой же опыт использовать при стройке к существующим дошкольным учреждениям. Эту работу будем продолжать, исходя из благоприятной демографической конъюнктуры. Но вместе с тем, даже перед Новым годом, я обращаю внимание нашим мужчинам, нашим замечательным брещанкам, что надо дальше работать над этим. Улучшать демографическую ситуацию. Демографическую ситуацию. Да. Александр Степанович, давайте на минутку отойдем от экономики, от реальных дел. И я хочу сказать, что вы много интересного, по мнению горожан, по мнению брещан, предлагаете креативного. От вас исходила инициатива проведения карнавала. От вас исходила инициатива проведения фестиваля цветов, который в этом году впервые прошел. Реконструкция набережной, восстановление городского сада. Но самому одному трудно справиться со всем. Как, насколько поддерживает вас ваша команда управленцев? Ну, я скажу, что все вот эти идеи, которые вы озвучили, они, в принципе, не персонифицированы мною. Хотя где-то, возможно, это и так. Это вся командная игра. Это учет, опять же, предложений наших жителей. Это, опять же, все-таки какая-то компиляция вот тех настроений, которые есть в городе. Ну, возьмите городской сад. Но ведь на самом деле, ну что там было еще год назад? Сейчас хоть немножечко мы там вычистили, навели порядок, облагородили. Есть уже проект, что, как, в каком направлении двигаться. Это общая идея горожан. Поэтому что сказать, что именно только придумала власть или представитель горисполкома, наверное, не так. Что-то получается, что-то не получается. Но с карнавалом
как-то так немножечко что-то буксуем чуть-чуть. Вот в этом году карнавал немножечко вот мне показался не таким в развитии, как было раньше задумка. Поэтому, возможно, в следующем году мы ее проводить не будем, оставим на тысячелетие. А вот фестиваль цветов, тема себя однозначно зарекомендовавшая, беспроигрышная тема, мне очень нравится. Какие-то нам надо придумывать новые городские традиции, какие-то рыцарские турниры надо проводить в районе монастыря Бернардинского, предположим. Поэтому я тем жду. Более, простите, я вас перебью, у нас есть рыцарские клубы, исторические есть. Объединения, военные объединения. Понимаете, как здесь у нас есть категория людей, которые являются большими генераторами идей, но когда доходит до реального вот, воплощения этой идеи, они хотят, чтобы за них кто-то сделал это все дело. Но, к сожалению, не все получается из того, чтобы наш город вот имел какие-то еще новые фишки. Поэтому будем ждать активных наших брещан, активных людей и что-то формировать новые традиции. Ведь посмотрите, проводим какие-то городские мероприятия. Все гостиницы уже заняты. Да? Все, что нам кажется неважным, оно важно для города, потому что работает наш общепит, работают наши точки общепита, работают гостиницы. В итоге вот это идет экономика, в итоге живет город. Турист – это инвестор. Он да. вкладывает сюда, он формирует впечатление, он потом привозит людей с деньгами сюда, и, соответственно, вкладывается. Одно из, конечно, важных мероприятий уходящего года, событий – это посещение главы государства нашего города. В какой-то мере это был экзамен для всех нас, для меня как руководителя города. Но я просто в хорошем понимании поражен и восхищен тем вниманием, которое оказывает наш глава государства именно к Бресту. Его вопросам точечным, его активному как говорится, сопровождению проблем, то есть что надо сделать, докладывай, делай, обеспечим, поможем, но и спросим. Поэтому, конечно, да, он это... неоднократно говорил, да. что дам, но и спрошу. Ну, на самом деле, ведь мы прекрасно понимаем, что такие объекты, как Кобринский путепровод, как Западный обход, они же очень важны для города. И если мы там, не дай бог, допустим, какие-то методологические строительные просчеты, это весь город может стать, понимаете, может просто большую проблему иметь. Поэтому чувствую постоянно, и вот я лично чувствую постоянное внимание, конечно, и со стороны главы государства, ну и прежде всего, конечно, вот новогодняя передача, я хочу сказать, конечно, губернатор. Он к Бресту относится очень трепетно. Подготовка к тысячелетию идет под его личным контролем по всем направлениям, вплоть до таких нюансов, сколько балок поступило на западный обход каждый месяц, потому что пролетные балки 33-метровые это довольно уникальная строительная конструкция, которую выпускает только лишь одно предприятие в нашей республике и Беларуси. Идет такая конкуренция, то есть куда эти балки направить? Проблема с мостами это проблема в целом для других регионов. Поэтому внимание губернатора, его строгий спрос, обеспеченный финансированием в том числе с областного бюджета, ко многому обязывает, и мы городская команда не должны подвести ни главу государства, ни губернатора, и прежде всего тех людей, которые верят действующей городской команде управленцев. Александр Степанович, много всего сделано в 2017-м. Многое предстоит сделать, завершить, начать в 2018-м. И вот когда мы проводили телевизионную акцию вот накануне, нашей встречи, и спрашивали корреспонденты о том, спрашивали брещан о том, как прошел 2017 год, какие события самыми главными стали. Говорили о рождении детей, о улучшении жизни в городе Бресте. Много хорошего называли. Александр Степанович, а лично вы можете, если это не секрет, рассказать о событиях, которые произошли, такие качественные, главные события, которые произошли в вашей жизни? И все-таки главные события, которые я лично как человек буду подводить, да, вот, они связаны с работой. Связаны с работой и, опять же, к воплощению, материальному воплощению тех планов и задумок, которые были для меня очень важны. И вот
та же реконструкция площади перед Дворцом профсоюзов, понимаете, она для меня была какой-то как фетиш какой-то. Вот, понимаете, вот у меня была мечта быстренько сделать эту площадь, вот слава богу, мы ее сделали, да? Красивая площадь. Красивая получилась. Да. Площадь, это важно. Вот, поэтому для меня это очень важно. То, что удается реализовать те планы, которые были у меня еще, когда я был главой Московского района, это очень, это для меня самое важное. Вот эти очертания западного обхода, которые уже видны, да, и ощущение грандиозности этого объекта и функциональности, и полезности нашего города, это тоже очень важно. Очень важно, что получилось хорошо у нас, ну, с определенными, может, оговорками, с этим отселением. Ведь, по сути дела, мы в Бресте создали такой хороший прецедент без судов, без каких-то там акций, мы отселили 25 семей. Вы понимаете, это дорогого стоит, это стоило моего и здоровья, и нервов. Я представляю. И помните, да, вот эту встречу с нашими жителями, это их соответствующая реакция и все остальное. Теперь мы имеем, ну, как мне кажется, хороший прецедент. Это тоже, я считаю, какой-то личной, в какой-то мере, победой, понимаете, конечно, то, что сделали. Конечно, это, опять же, повторюсь, вот это каждый километр сплошного асфальтирования, ну, для меня просто это... Просто счастье. Вот я еду по от Березовского путепровода туда, к улице Красногвардейской, да. Ну вот давайте вспомним, что было там еще год назад. Ямка и ухаб. Ну так в том-то и дело, понимаете. Да уж все быстро забывается. Возьмите даже улицу Пушкинскую от ЖД переезда до Сикорского. Уже вот как-то все привыкли, что такая дорога. А как, что там было раньше? Да. Про Янки Купы. Поэтому вот это для меня личная победа. Для меня лично, вот, как руководителя города, очень важно. И очень важно, чтобы этот темп сохранить на будущее. А так, что касается чисто человечески, конечно, ну, то, что у меня там внуки двойни, да, я об этом даже в интернете на страничке в Одноклассниках выставил фотографию, получил 3000 лайков, поэтому давайте буду собирать лайки, да, по таким поводам. Но это все нормально, это жизнь, ничего здесь. Дай бог, чтобы все было так же и дальше. Сегодня, когда будут бить куранты, Александр Степанович, все, ну и взрослые, и дети, все загадывают желания. А вы будете загадывать желания? И если это не секрет, что вы будете загадывать? Ну, наверное, все-таки это лично. Я, как и все люди, тоже загадаю желание. Что главное, чтобы исполнилось. Но доминанта этого желания все-таки будет дальнейшее преобразование нашего города. Это будет доминанта, и это будет 95% в том таких каких-то маленьких таких тезисах, которые я обязательно тоже буду загадывать. В выходящем году, да, вот я в новогоднюю ночь решил, что надо прийти на площадь и поздравить людей. Мне так понравилось. Там тысячи людей, понимаете, ну что дома сидеть. Поэтому я вот 1 января 2018 года в 2 часа ночи тоже буду. Будете на площади? Конечно, ну, естественно. И там мы вместе загадаем все наши желания. Пусть даже дождь будет, да, все равно придем. Александр Степанович, вся творческая составляющая телекомпании БУК ТВ желает вам в новом 2018 году счастья, здоровья, успехов. И чтобы все те проекты, все те желания, которые у вас есть, обязательно реализовались, чтобы они обязательно сбылись. И не только вот касаемо города, но и в личностном плане. А у нас осталось еще несколько минут для того, чтобы вы, Александр Степанович, поздравили всех брестейцев, брещан, всю Брестскую область с наступающими новогодними праздниками. Уважаемые брещане, сколько бы нам ни было лет, от такого возраста до моего и старше, все равно Новый год – это особый праздник. Это особые эмоции, это особые ощущения, особая атмосфера. Мы иногда гордимся, как правило, что Брест – самый южный город, да, в Республике Беларусь. Но вот именно в предновогодние вот эти праздники, вы думаешь, ну, чуть бы севернее, нам бы побольше снежка, побольше бы такого, да. Но это такой вот момент, который заставляет просто, ну, улыбаться, потому что постоянно дождь, потом где-то уже погода меняется. Поэтому я прежде всего хочу пожелать нашим брестчанам личных побед, здоровья, личных положительных эмоций, более активного участия в нашем совместном проекте под названием «Тысячелетие», больше идей и радости, счастья и осознания того, что мы живем в самом лучшем нашем
городе на Земле, в нашем городе Бресте. Понимаете, это самый лучший, самый красивый город. Все остальное, понятие счастья, это можно расщепить на многие моменты. Будет здоровье, будет город Брест развиваться, будет счастье. Поэтому всем с наступающим Новым годом. Александр Степанович, спасибо большое. И еще раз с наступающим Новым годом. Вас также.